Если бы президент захотел провести выходные в вашей особо охраняемой территории, по каким маршрутам вы бы его провели? Для Владимира Владимировича мы бы сделали индивидуальный тур к лошадкам Пржевальского. Мы показали бы ему тех лошадей, которых он выпускал 3 октября 2016 года. Лошади, которые сегодня в трех разных табунах на территории Придуральская степь. Сейчас еще есть возможность даже заехать туда. На самом деле сложно выбрать какой-то один маршрут, потому что у нас же заповедник, он очень разный. И побережье Японского моря, это и кедровые леса. Я думаю, что, зная, что Владимир Владимирович иногда и каким-то экстремальным туризмом увлекается, я думаю, что, возможно, даже и по нашей самой длинной тропе, которая называется тропой Арсеньева, вот этот великий лес Владимир Владимирович бы увидел. У нас есть маршрут к сердцу кедровой пади. Там растут пихты, огромные пихты, как говорится, в три обхвата. Пихта цельнолистная, вид специфичный для Дальнего Востока. Есть у нас места, где большая плотность очень тигра. Вот если зимой, одновременно можно наблюдать следы 6 тигров, так вот, в пределах 2-3 километров.